В насыщенной программе Международного арктического форума значительное место отведено культуре русского севера. Для некоторых участников знакомство с ней начнется, что называется, с порога этого поморского дома. Его хозяева, Ольга и Алексей Артемьевы, несколько лет назад превратили просторное семейное гнездышко в гостевой комплекс, отдав дань традициям и наследию предков. Для гостей мы специально создавали антураж, собирали разнообразные фотографии наших предков, поморов, прялки, корзины, жернова. Ну, то есть это все люди привозили с деревень. Была такая идея собрать библиотеку. Мы ее назвали как «Поморская библиотека», чтобы гости нашего города могли ознакомиться с какими-то историческими фактами города. Осенью 2016-го на Поморский дом обратил внимание Росконгресс. Забронировал чудо-терем целиком на время проведения форума. Скажите, так почему же, на ваш взгляд, обратились именно к вам? У нас есть свой колорит все-таки поморского быта, поморского дома. И дом построен под стиль поморских изб. Этот зал, так называемая поморская гостиная, принимал и свадьбы, и банкеты, даже для деловых встреч его арендовали. Теперь здесь приветят участников форума. Правда, немного. Комнат в поморском доме всего 4. Зато уют, покой и индивидуальный подход гостям обеспечен. Атмосфера деревенского отдыха, она соблюдена здесь. В стенах, может, в высоком потолке, с балками, да. И спится здесь великолепно. Гостям форума хозяева предложат отдохнуть в бане. Делу парения, массажа они учились у признанных мастеров. На пологе подстилка, в данном случае из пихты, дабы мышцы расслабились. В руках 5-6 веников. Головушку закрывая холодными мениками, ему там вполне комфортно. А специалист уже работает с его телом. С ногами, со спиной. Как ощущение-то? Состояние блаженства. Такие процедуры – лучшее средство от простуды. Впрочем, в этой бане гости лечат не только тело, но и душу. Как заново родился. После парилки – травяной чай с медом. В общем, если вкушать поморский дух, то по полной. Нет сомнений, что участники арктического форума его оценят. Впрочем, он закончится, а радушие и гостеприимство в поморском доме на Дачной 28 останется. Алексей Карельский, Евгений Зыков, 7 дней в регионе.